Спасибо тем, кто убирается для нас. Телеканал ТВ «Серпухов» присоединился к областной акции. Наши коллеги из разных городов Подмосковья благодарят тех, кто противостоит стихии и в непростых погодных условиях делает наши улицы и дворы чище каждый день. Доброе утро! Мы вас хотели поблагодарить за то, что вы создаете для нас такую красоту и чистоту. И сделайте, пожалуйста, перерыв на стаканчик чая. Ну, спасибо. Скажите, пожалуйста, долго работаете, убираетесь? Ну, сколько? Ну, часов до 4. Каждый день? Да. А что у вас из подручных инструментов? Ну, лопаты есть, веники. А как жители реагируют на чистоту? Говорят спасибо. Ну, иногда говорят, иногда нет. Доброе утро. Мы вас хотим поблагодарить за то, что вы делаете наш город чистым, за то, что убираете снег. Это крайне жизненно необходимо, особенно сейчас. Возьмите, пожалуйста, от нас стакан чая, чтобы сделать небольшой перерыв. Спасибо. А какой у вас график работы? С 6 до 2. С 6 утра до 2 дня. Да, без обеда. Но с чаепитием. Да, бывает. В мороз особенно. Спасибо вам. Спасибо, что вы делаете выход из подъезда чистым. Примите, пожалуйста, от нас стакан чая и сделайте небольшой перерыв. Спасибо вам. Уборка стихии, последствия ее в ваших руках. Спасибо вам. Мы бы хотели вам предложить перерывчик на стакан чая. Возьмите, пожалуйста, он горячий. Это от нас. Спасибо. Когда на работу приходите? К 6 утра. Инструмент уже у нас в подсобке. Переодеваемся, сидим, пакуем и вперед. Каждый на свой участок. А ваш участок сколько вот занимает? Советская, Джона Рида, Крупская, Прайс-Мишна. И что конкретно очищаете? Остановки, пешеходники, ну и что там упало. Каждый день? Да, каждый день. И суббота, воскресенье. Мы хотели поблагодарить вас за вашу работу, за чистоту, которую вы создаете. Да. Примите, пожалуйста, от нас стакан горячего чая. Спасибо большое. Скажите, а что вы делаете каждый день? Каждый день убираем подъезд, входит, потом трактор приедет, дорогу открываем. У вас тяжелая работа? Ну, нормально. Не тяжело. Женщина – это настоящий сильный пол. Спасибо, что вы делаете наше утро добрым. Возьмите, пожалуйста, от нас стаканчик чая и сделайте небольшой перерыв. Спасибо.